Ко мне. По команде ко мне собака должна подбежать и сесть напротив вас. Хорошо, ко мне. Повторили команду. Хорошо. Сейчас мы пройдем с Римом начальный курс дрессировки, то есть это работа собаки на поводке. Порода доберман, возраст 4 месяца, кличка Джеки. На первом этапе заведите такой подсумочек с лакомством, и обязательно на первом этапе все команды подкрепляем лакомством. Лакомство служит поощрением собаки за правильно выполненную команду. Дальше, место. Рядом. Дальше. Рядом. Дальше. По команде гуляй, собака должна гулять. В это время можно поиграть с щенком, заодно подготовиться к очередной отработке команды ко мне. Правильно, Джек? Команда ко мне – это сложная индивидуальная команда. На первом этапе отрабатывайте в уединенных местах, без посторонних раздражителей. И обязательно на первом этапе эту команду нужно подкреплять лакомством. Лакомство служит поощрением собаки за правильно выполненную команду. По команде ко мне собака должна подбежать и сесть напротив вас. Правильно, Джеки? Джеки весь в работе. Гуляй. Ко мне. По команде ко мне собака должна подбежать и сесть напротив вас. Хорошо, ко мне. Повторили команду, огладили, дали. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо. На первом этапе отработайте команду рядом. Команда рядом дисциплинирует собаку. По команде рядом собака должна находиться с левой стороны. При остановке сесть с левой стороны. Команда рядом подается при начале движения. По воротах, остановках, разворотах подается команда рядом. То есть недельку-две поводите собачку на поводочке и отработайте команду рядом. Затем остальные команды будете подключать по этапу. Правильно, Жик? Хорошо, рядом. Рядом? Хорошо. Красавчик. Рядом? Да, кто рядом? Рядом? Хорошо. Рядом? Хорошо. Сидеть. По команде сидеть собака должна сидеть. Со временем время выдержку расстояния будем увеличивать. Занятия нужно проводить не реже 2 раз в неделю в утренние 7 часы до кормления. Желательно на первом этапе в дневных местах, без посторонних раздражителей. Подходим и хвалим собачку. Хорошо сидеть. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо, Джеки. Рядом? Хорошо. Рядом? Хорошо. То есть по команде рядом при остановке собака должна сесть с левой стороны. И следите, чтобы поводочек был у вас в провисшем положении. Правильно, Джеки? Хорошо, рядом. Рядом? Хорошо. Рядом? Хорошо, рядом. Рядом? Хорошо. Рядом? Хорошо. Лежать. Хорошо лежать. По команде лежать собака должна лежать. Со временем время выдержку расстояния также будем увеличивать. Существует 3 вида поощрения. Первая – дача лакомства, отлаживание, команда «хорошо». На первом этапе применяем 3 вида поощрения. Со временем навыки закрепятся, укрепятся, и будет достаточно просто давать голосовую оценку команды «хорошо». Подходим и хвалим собачку. Хорошо лежать. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо, Джек. Рядом? Хорошо. Рядом? Хорошо. Марси кушает, а Джеки работает. Да, Джеки? Хорошо, рядом. Рядом? Хорошо. Рядом? Хорошо, рядом. Рядом? Хорошо. Рядом? Хорошо. Место. Команду место мы фиксируем на поводочке. Чем отличается команда место от сидеть, лежать или стоять? Более длительный интервал по выдержке, и собака может принять любое положение, сидя, лежа, стоя, но не отходить от поводочка. Собачка может сесть, лечь, встать, но не отходить от поводочка. И более длительный интервал по выдержке. Подходим и хвалим собачку.
Хорошо место, повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо, Джеки, рядом? Хорошо. Рядом? Хорошо. Сильно не прессингуем собачку. Возраст щенка 4 месяца. Со временем навыки закрепятся, укрепятся, и все будет хорошо. Собака заслеет 2-3 годам. Занятия нужно проводить не реже 2 раз в неделю, утренние 7 часы до кормления. Желательно на первом этапе в дневных местах, без посторонних раздражений. Мы проводим наши занятия, нашу дрессировку с нашим котиком Марсиком. В нашей школе это фишка. Правильно, Джеки? Хорошо, рядом. Рядом? Хорошо. Рядом? Хорошо, рядом. Рядом? Хорошо. Рядом? Хорошо. Красавец. Хорошо, рядом. Рядом? Хорошо. Рядом? Хорошо. После того, как провели дрессировку, дайте собаке разгрузку. Для собаки самая любимая команда это какая же? Это команда гулять. Правильно? Хорошо. Гуляй. По команде гуляй, собака должна гулять. В это время можно поиграть щенком, заодно подготовиться к очередной отработке команды ко мне. Это наш результат за 2-недельное занятие дрессировкой. Вот так я установил с собачкой контакт. Правильно, Джеки? Джеки. Красавчик. Гуляй. Ко мне. По команде ко мне собака должна подбежать и сесть напротив вас. Хорошо, ко мне. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо. Рядом? Хорошо. Рядом? Хорошо. Рядом? Хорошо. Место. То есть это мы вам продемонстрировали начальный курс дрессировки. То есть это работа собаки на поводке. Порода доберман, возраст 4 месяца, кличка Джеки, свою работу окончил. Подписывайтесь на наши каналы, Одноклассники, Контакты, ТикТок, Ютуб, Инстаграм, Кинолог, Слайк. Будем рады помочь дрессировке. Всем удачи, всего доброго. Молодец, Джеки. Хорошо, место. Рядом? Хорошо. Рядом? Хорошо. Ну, теперь можно просто в свободной форме поотрабатывать команду ко мне. Правильно, Джеки? Хорошо. Поработаем. Гуляй. А где же рыжий делся? Ко мне. По команде ко мне собака должна подбежать и сесть напротив вас. Хорошо, ко мне. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Гуляй. Ко мне. Вот так мы работаем. Четко по команде ко мне. Хорошо, ко мне. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Гуляй. С любой позиции. Ко мне. Даже кот нам не помеха. Вот так работает у нас, Джеки, да, Джеки? Хорошо, ко мне. Хорошо. Рядом? Хорошо. Рядом? Хорошо. Рядом? Хорошо. Место. Место. Вот так работает у нас доберман, возраст 4 месяца, кличка Джеки. Прошу любить и жаловать. Всем удачи, всего доброго. Молодцы, ребята, молодцы. Молодцы.